продолжайте. Ну что ж. Ебашим дальше. Не, ну бабла вообще нет. Алгала хакеров бери. Давай. Не поднимаю тревоги вообще. Не знаю, как сейчас одного. Грим, как продвигается анализ системы связи инженеров? Одна зацепка указала на группу эстонских хакеров. Они шифруют связь инженеров в неиндексируемой сети. Ты хочешь их прикрыть? Нет, хочу выудить оттуда побольше. Но если тебя обнаружат, то они сотрут базы данных. Были случаи похуже. Проникни туда, обеспечь нам доступ, и мы многое узнаем. Окей, ну это ебанутая вся статья. Что тут у нас, Грим? Ты на месте. Есть 3 ключевых точки, где можно подключиться к кабелям. Вот это все уже взято. Я познала парня, которого ты взял. Сейрун пригодится. Отличная работа. Блять, ну и шумов-то тут.
еще. Так. Нихуя. Так, Грим, я подбираюсь к их системам. Это ж капец. Первый жучок активирован. Еще два, и можете уходить. Я знаю, там есть двое. Давай. Thank you.
Бля. Грим, я захожу на серверы в аппаратный. Второй жучок активирован. Ставьте последний. Это все просто, да? Сейчас меня в другую сторону. Я просто не помню, как мне оттуда зайти. Поэтому буду сюда идти. Thank you.
добраться. Грим, порадуй Чарли. У меня для него сюрприз. Он будет в восторге. Угу. Так, теперь мне до этого. Друга заебашить. Охуеть.
Был какой-то шум. Соединяюсь, Грим. Все жучки работают. Пошел перехват данных. Идите к точке эвакуации и незаметно, а то все на смарком. Понятно. Действуй. Есть визуальное подтверждение. Сейчас заберем вас. Фу, блядь. Нихуя. Я думал, не получится с первого раза. Перевод получен. Эх, все равно нет пантер. Грим, все. Бейкс. Фобин. Так, снаряжение. Штаны уже нету. Жилет тоже. Это типа ботинки. Thank you.
Ухо-хо. Что-то. Это мне. Эй. Что делают стражи революции? Грим, что выяснили по документам из Лондона? Химоружие разработали в университете Хусейна. Университет под управлением стражей революции? Верно. Связь с черным списком слабая, но это не мешает людям Колдуэлл держать иранцев под наблюдением. Народ настраивают на охоту. Массово. Новая атака будет на них, им нужно куда-то слить гнев. Значит, война. Если не найдем опровержение. Чарльз, да вы издеваетесь нахуй. Ты такие суммы вообще возьму. Играй в это. Будь на связи. Я тебе доложу, когда будет краткая сводка. Города бесполетная зона. Хотите сказать, что наши спецслужбы обвили вокруг пальца, и мы знать не знали об огромном действующем заводе по производству химоружия? Прямо в Лондоне? Поймите, господин министр, Садик ведь работал в МИ-6. Мы думали, что навели порядок после его дезертирства. И что значит «навели порядок»? Мы проверили всех, с кем он работал. 6 уволили. Еще 4 были под наблюдением, 1 потом уволили. Приняли меры электронной защиты. Его допуски, естественно, аннулировали. Также... Но ему все равно удалось ввести в центр города компоненты иранского химоружия и отравить 500 000 человек. 200 000, сэр. Неважно. Начните глобальную проверку всех и вся. Причем приступайте немедленно. Все ясно. Иран не хочет нас пускать! Нам насрать! Хватит! Вышибем им двери нахрен! Ложь! Американцы опять всюду ищут террористов, чтобы... Что мы сейчас сделали? Нашли документы, но не доказали, что Иран замешан. Похоже, эти мелочи их не волнуют. Неважно, Конгресс жаждет крови, Иран их единственный кандидат. Колдуэлл объявит войну, если не предложим иной выход. Которого у нас нет? Да. Но есть это. Бывшее посольство США в Иране? Там сейчас штаб Кудс. Рисковая операция для Колдуэлл. Идея моя. Не ее. И что? Мы даже ничего не доложим ей? Президенту Соединенных Штатов, что мы летим в Иран? Таков план? Рискованно, Грим. Даже для нас. Только так мы остановим войну. Да, или начнем. Или да похую. Летим в Тегеран. Действуем быстро. Даже наше правительство не должно знать, что мы там. Меня сейчас тошнит. Соберись. Мы можем поднять дрон, не рискуя шкурой. Инженеры больше до него не доберутся. Я встроил систему идентификации и аварийное выключение. Да, достаточно, Чарли. Что делать Бриксу? Ничего. Ты пойдешь один? Как мы войдем? Покажи. Никак. С кем? Лови все на твой обсад. Одно из самых защищенных зданий в мире. Нам не войти. Войти не самое сложное. У них серверы изолированы. Надо извлечь все вручную? Отправляю все ТТХ на твой компьютер. Но мы же не можем... Мы все можем, Чарли. Дезорганизация – лучший способ выбраться из штаба КУЦ. Эми захватит их врасплох, а трикоптер поможет избежать засады. Так.
Нахер, короче. برو عجله کن چه تو احمق Он лег поспать. Рад знакомству, Возможно, генерал. Всегда. Тратишь время, американец. А если я готов открыть огонь по твоей жене и ребенку? Это ведь они сейчас вернулись с рынка, правда? Похоже, на ужин будет горме сабзи. Подонок! Вдохни поглубже и подумай. Я должен проникнуть в штаб Куц. Мне нужны ответы. Я никак не связан с черным списком. Слов мало, чтобы предотвратить войну. Проведи меня туда. Вставь это в ухо. Предупреждаю. Если хоть кто-то из моих людей пострадает, договору конец. Я никому не причиню вреда. Двигай. Сэм, похоже, твой блеф сработал. Продвигаемся? Да. Это ты мне или американским нянькам? Это чтобы ты знал, что я не один. Как мило. Сэм, когда будешь внутри, доберись до серверов и подключи к ним мою флешку. Она вытащит из них все по черному списку. Понял. Через охрану пройти будет непросто. Легче пробираться надо их головами, Сэм. Давненько американцы не отваживались забираться сюда. Хороший ремонт сделали. Да, мы тут кое-что изменили с 79-го. Я отвлеку охрану у входа. Готовься. Сарбоз. Генерал, эфтехор. Имшеб инжа узо аруме? بله قربان، اوضاع مرتبه. قبلا با موضع ما روبرو شدیم؟ نه جنرال، تصور نمی کنم کسی آنقدر احمق باشه که بخواد وارد اینجا بشه. خودسری رو کنار بذارید. وقتی آمریکایی‌ها میترسن معلوم نیست بخواد چیکار کنن. بله جنرال، البته حق با شما. سخت نگیر، ولی باید از تاریخ درس بگیری و واسه موفقیت تلاش کنی. چشم جنرال، متشکرم، خیلی متشکرم. اگه میخوای از من تشکر کنی، تلاش کن که سرباز خوبی باشی. تشکر زبانی لازم نیست. بله قربان. شب خوبی داشته باشی. متشکرم قربان. Видишь, вон там гараж. Тебе надо туда. Я отвлеку охрану. С камерами разбирайся сам. Иди в гараж, я буду ждать тебя там внизу. رد شده سرباز خیلی کم جنرال گزارشی از ماشینایی که به این گاراژ وارد و از اون خارج میشن میخوام اول صبح так все все генерал я в гараже жди меня на нижнем этаже что не так в комнате охраны генерал произнес в необычной манере это мог быть пароль SMI дает вероятность 37% смотри в оба از آمریکای خوشم نمیاد ولی ماشینشون خیلی خوبه اگه این هم ماشین نداشتن اینقدر نه لازم نداشتن از کی تا حالا کارشناس شدیم به ذهنم رسید همین نمسته تو باید مراشیست مراشیست سه
все еще здесь? Пока не закончу работу. Какая любезность. Стой, ни шагу дальше. Бефармуй. General Gorbachev фармудит, что я здесь. Боят бо сархэнг малу собат кунит. Аз он бехоин, то я нусха аз ахарин гузареш ро бе шума беде, ва он ро руй мизу манис. General Gorbachev фармудит, что я здесь. Боят бо сархэнг малу собат кунит. Аз он бехоин, то я нусха аз ахарин гузареш ро бе шума беде, ва он ро руй мизу ман бизари. Ва аги онжа набуд, General? Чаш, бе ман этимад кунит. Боро! Со мной быстро. Здесь повсюду датчики системы наблюдения, а мой радиочип их глушит лишь на время. Зачем идти там, где столько датчиков? Затем, что у нас нет выбора. Иначе туда не пройти. Куда туда? К камерам. Где сидят такие, как ты, любители лезть в наши дела. Я пытаюсь остановить эту войну. Правда? Это с беспилотником-то в иранском небе? Иногда некогда вести переговоры. Слова хорошего солдата. За этой дверью. Почти пришли. Будь рядом. В чем дело? В том, что лучше моим близким умереть, чем жить жалкими предателями. Не путайте храбрость с глупостью, генерал. Американцы. Не вы одни цените храбрость. А вы, должно быть, уборщики? Лезете сюда. Трясете оружием. Угрожаете невинным. А с черным списком вы в тупике, так? Я покажу, как поступать с террористами. Грим, давай. Спасибо, Грим. Это все Чарли. Он снял защиту Куца и отключил питание. Как раз доберешься до серверов, пока не включился резервный генератор. Так, вижу лифт, но он намертво заблокирован. Без чипа тебе не пробраться. Он есть у охраны.
оборудование. Свет снова включен. Лестницу перекрывают. Нахуй. Так. Ням-ням-ням. Так что мне делать? Радиочастотный замок. Два варианта. Пройди за солдатом, у которого есть чип. Или поднеси к двери его тело. Понял. Грим, иду к хранилищу. Что у вас? Слежу за эфиром. Они вызвали спецназ, который прочешет все здания, этаж за этажом. Ясно. Что там с твоей дешифровкой, блядь, Чарли? На флешке, которую я дал, алгоритм поиска. Он вытянет все на садик или черный список. Подключи, дальше все должно быть в ажуре. Должно? Нет, будет. Сэм, ты почти рядом с хранилищем. У тебя пара вариантов. Тихий, через систему охлаждения под бункером. Громкий, через терминал в зале комнаты со взломом двери бункера. Понял. Thank you.
угроза. Система охраны отключилась. Быть начеку, я проверю. Подачу газа, Сэм. Панель управления где-то рядом. Работает. Ништяк. Жди, пока скачается. Двери хранилища открыты. Продолжаем поиски. Какого хрена? Да, Нанси! У нас потери! Кто-нибудь сюда! Он мертв. Здесь убитый. Прочешите район. Что там все ждать, да? Ну уже, помоги мне тут. Ладно.
места у тебя? Есть! Данные на флешке. Хватай ее и сваливай! Флешка у меня. Сэм, Куц блокирует коридор. Единственный выход — через окно по канату. Туда не пролезем. Что теперь? Грим, по чертежам понятно, что там? Боюсь, нет, Сэм. На изымай пусто. Все живо, на поиски!
Твою мать! Один убит! اون لعنت یا اون طور شکست خورده نخبه ها ورودی های بزرگ رو دوست دارن این بودجه اونها رو توجیه میکنه کار دیگه ای نمیکنه ما نمیتونیم چیز بدی بدیم مگه هم ممکنه یکیشون گریه کنه نمیتونه جالب باشه بیا مارش نا پویتکی живо یوبаний ти в рот Сектор чист. Принято. Продолжай поиск. Да, я гляну, что там. Thank you.
блядь, пиздец. Тут все чисто. Ясно, ищи дальше. Бахтемуна Талавки. Пойдет, разделимся. میتونی مخفی بشی؟ میدونی که پیدات میکنم؟ باید همین دور برا باشه؟ Я уже в холле. Направляюсь к выходу. Сэм на пути к точке эвакуации через сады, ворота. Ты рядом с комнатой мониторинга. Подключись к терминалу, и мы откроем ворота. Ты чё так долго-то всё?
Дай-ка я гляну, найдется ли там доступ. О, круто! Сейчас, сам еще минутка, и я открою тебе выход. Грим, где меня заберут? Подбираю место. Бабусь жрешь. Черт. В чем дело? Новые подкрепления на подходе. Чарли, давай быстрее. Я стараюсь. Есть новости об иранских солдатах? Как ни странно, эфир чист. Они притихли. Чтобы избежать лишнего шума. Но надо уходить, Сэм. Это все равно иранский спецназ, а времени у тебя нет. Кстати, про время. Путь свободен, Сэм. Ворота открыты. Бегу. А вы там придумайте, как мне выбраться отсюда. Сэм. Где меня заберут? Брикс уже выехал. Брикс? Давай поругаемся, когда он вытащит тебя оттуда. Встречай его в дальнем конце сада. Помочь тебе? Справлюсь. На пути к фургону противник, Сэм. Похоже, на всех бойцах крепкая броня. Спасибо, Грим.
باید اینجا باشه. پیدات میکنم. Жми. Судя по беспилотнику, к тебе едет с десяток машин. Да я ж съебал. К вам приближается еще волна противника. Можно их обойти. Нет, только напрямик. В смысле? Я опускаю дрон. Радары засекут. Это меньше из проблем. Ракеты готовы. Отставить! Их отследят до США! Грим! Беспилотник готов! Грим, надеюсь, ты знаешь, что делаешь? Минус машина. Их машина подбита. Враг уничтожен. Еще один готов. Их машина подбита. Канзас, кажись, нас засекли. Я, конечно, в форте не очень, но иранские солдаты явно оживились. Давай, гляди, они развернуты ПВО. Неужели я это сделал? Захват информации у иранцев. Такая чипка. Ебать. Да. Прям. Платеж подтвержден. Вообще ни на какого ни на его. С тобой была. Теперь достаточно. Я понимаю, что атака беспилотника... Не было никакой атаки, просто досадный сбой техники. Конечно. Я положилась на вас. Я думала, что могу доверять вам в этой операции. Да, госпожа президент. Вы меня подвели. Да ладно. Знала же, что хвалить не станут. На моем месте ты поступил бы так же. Чуть не начал войну ради тебя? Я сделала это для успеха операции. Не только президент умеет хорошо выкручиваться. Добытые данные доказывают непричастность Ирана. Я говорю не об этом. Я знаю, о чем ты. Я приняла неправильное решение, как Брикс в Лондоне, да? Только выбор не всегда бывает правильный или нет, Сэм. Он не должен быть личным. Правда? Так подавай пример. Мы оба знаем, что ты бы рискнул всем, чтобы спасти жизнь Вика. Вик тут вообще ни при чем. Если бы не он, тебя бы здесь не было. Признай, что ты ценишь превыше работы. Команду. Грим. Спасибо. Знаешь, поговори с Бриксом. Без него мы не справимся. Эй, народ, тот маяк на химоружии. Оно уже почти в США. Какие-то дела. Говорят, утечка газа вызвала мощный взрыв в Тегеране. Очевидно, нас там не было. Правда, никому не пойдет на пользу. Не знаю, сойдет ли нам это с рук. Как минимум, мы смогли отложить войну. Выиграли время, чтобы узнать, кто стоит за черным списком. Так, давай улучшаем самолет. Так, Чарли.
покупаем. Да, да. Да это пиздец. Алло, папа? Привет. Просто хотел узнать, как дела. Немного страшно. Черный список запущен, и люди сходят с ума. Все попрятались в подвалах. Могло быть куда хуже. Пап, мы будем воевать с Ираном. Все в этом абсолютно уверены. Зависит от президента, малыш. Как быстро она прочтет письмо Грим? А вы... Нет, не буду спрашивать. Идет. О, чуть не забыла. Привет от дяди Вика. Он в сознании? Ты с ним говорила? Всего 5 минут, он все время на лекарствах. Ему... У него все болит. Но он просил передать, что вернется. И что с тебя пиво? Это в его стиле. Я очень рад. Ребенок, у меня к тебе просьба. Не выходи завтра из дома. Хорошо? Ну, ладно. Круто. Пап, я... Не могу объяснить. Нельзя. Но ради меня. Прошу. Так, что я там могу что-нибудь себе позволить? Снаряжение. Ну, конечно же, нет. Мне сейчас надо купить эту сеть. Так, ну что, на этом все.